В распределительном центре «Волгоградское качество» состоялась первая закупочная сессия. В ней приняли участие местные предприниматели и представители одной из крупнейших федеральных сетей. Напомним, распределительный центр открылся совсем недавно. В нем представлена продукция волгоградских производителей, которую пока невозможно купить в крупных гипермаркетах. Алена Пузына продолжит. Колбасные, мясные деликатесы, полуфабрикаты, овощи, хлебобулочные изделия. Ассортимент продукции, который сегодня изготавливают сами же волгоградцы, весьма обширный. Привлекают покупатели местные товары своей ценой и качеством. Очень свежие, очень ароматные, очень вкусные. Особенно вот эти дети любят сладкие булочки, вот эти кексики и прянички с бубликами. Очень все вкусно. Российского производителя надо поддерживать. Приятно очень. Молодцы, молодцы. Чтобы увеличить долю местной продукции на полках известных супермаркетов, в Волгограде регулярно проходят дни качества. Все желающие в этот день совершенно бесплатно могут продегустировать продукцию волгоградских брендов и в дальнейшем приобрести понравившуюся. Еще одно направление по продвижению местной продукции – проведение закупочных сессий в распределительном центре «Волгоградское качество». Мы сделали еще один шаг совместно с администрацией Волгоградской области по закупочной сессии с сетью «Магнит». Это будет очень интересно многим производителям пообщаться с крупной сетью, потому что у нас очень малое представление местных производителей в сети «Тандер». Вот благодаря нашей площадке мы будем пытаться как раз провести такое взаимодействие. Среди участников торгово-закупочной сессии молодой предприниматель Владислав Минаев. Его производству меньше года. Но уже за столь короткое время он успел столкнуться с серьезными проблемами. Локальные федеральные сети не шли навстречу, а переговоры в основном заканчивались не в пользу развивающейся компании. Однако с появлением распределительного центра ситуация изменилась. И здесь мы находимся на уникальной площадке, где и мы, местные товаропроизводители, можем заявить о себе. Мы хотим на этой площадке закрепиться, увеличить свой портфель заказов в федеральных сетях в виде бренда и расширить свою торговую линейку. Еще один участник торговой сессии в выставочном комплексе представляет уникальный продукт для Волгоградской области – пшеницу «Дуру». Производить его начали совсем недавно. Ранее занимались лишь производством сырья. Почему хорошо? Потому что у нас покупают экспортеры, в Турцию берут в Италию, где делается макароны, где делается булгур, качественные крупы. Потом мы подумали, что нам надо как бы начинать и самим что-то делать. Вот мы сейчас это дело осваиваем. То есть два в одном. То есть производители сырья и уже переработчики. Поверить в свои силы, расширить производство и стать уверенным предпринимателем волгоградцам помогает региональная власть. Ведь именно по инициативе администрации области и был открыт такой распределительный центр. Теперь здесь будут проходить закупочные сессии, во время которых участники получат необходимую информацию о принципах взаимодействия торговой сети с поставщиками, проведут переговоры и смогут презентовать свою продукцию. Мероприятие первое, которое проходит на этой площадке с компанией «Магнит», которая широко представлена как на территории нашего региона, так и в других субъектах Российской Федерации и дает большой потенциал для развития и расширения производств наших предпринимателей. И результатами должны стать взаимные контракты, взаимовыгодные контракты и присутствие еще большего количества товаропроизводителей Волгоградской области в сети «Магнит». На текущий момент у нас представлено порядка 80 товаропроизводителей Волгоградской области в ассортименте. Доля представленности – это порядка 40% в ассортименте наших магазинов. И мы готовы работать и развиваться дальше совместно с нашими товаропроизводителями. Взаимодействие администрации региона и торговых сетей осуществляется в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. По итогам 2017 года они заключены с 10 сетевыми компаниями. Представителями ритейла заключено более 500 договоров поставок с волгоградскими товаропроизводителями. Работа по расширению рынков сбыта будет продолжена. Алена Пузына, Андрей Матюшков, Вести 34.